Мир вам, дорогие любители животных! Сегодня я вам покажу и расскажу про токи. Геккон гекконовый, тот самый, в честь которого названо все семейство гекконов, и которого так любят, но побаиваются террариумисты, потому что это одна из самых кусачих ящериц на свете. Вот так ведет себя нормальный, неприрученный, невоспитанный геккон, всегда готовый укусить, и вот если к нему кто с чем зачем, того он сразу и того. И вот так вот, вот что мы делаем с врагом. Отпустил. Вот, и, конечно, укусить за палец всегда с удовольствием. Зубки у него маленькие, но очень острые, поэтому кусается он просто зверски, до крови. Не рекомендую. Ну, а вот это уже ручной токи. Как видите, он уже не кусается не только просто на руке сидя, но и когда его гладят. С ним можно обращаться совершенно спокойно, без особых предосторожностей, и даже давать на руки детям, и он не укусит. На приручение такой ящерки уходит полгода. И когда я спрашиваю, чем приручаются ящерицы, многие мне говорят, едой. Нет, едой вы приучите ящерицу только есть. И может быть даже кусать за пальцы. Ну, а чтобы была вот такая абсолютно ящерка ручная, нужно применить массаж. Позвоночные животные очень чувствительны к массажу, и когда у них проходит страх, то массаж вызывает у них уже привыкание, пристрастие, и вот такая ящерка уже не кусает массажиста, потому что съесть массажиста можно только один раз, но потеряешь его тогда навсегда. Спасибо за внимание.